Здравствуйте, люди добрые, гости дорогие! Вам ли сегодня по домам сидеть, да в окно глядеть, грустить да печалиться? Рады вас видеть у себя в нашем селе. На фестивале казачьей песни «Славьтесь, казаки!» Здесь для вас гостей дорогих будет праздник большой, праздник радостный, праздник культуры казачьей. Будем веселиться да радоваться. Мы рады приветствовать вас на 4-м областном фестивале-конкурсе казачьей песни «Славьтесь, казаки!». Организаторами сегодняшнего фестиваля являются Союз казаков Оренбуржья и Ивановское хуторское казачье общество. Казаки вольные, смелые люди, во все времена достойно несли службу ратную, надежно защищали родину от врагов. Всегда Россия гордилась своими воинами, солдатами и генералами. Дорогие друзья, сегодня на нашем празднике присутствуют наши почетные гости. Давайте поприветствуем глава муниципального образования Ивановский сельсовет Серик Тимирович Баймулатов. Атаман Союза казаков Оренбуржья, войсковой старшина Олег Олегович Непряхин. Начальник управления по культуре и молодежной политике муниципального образования Оренбургский район Александр Анатольевич Соколенко. Атаман Ивановского хуторского казачьего общества Исаул Сергей Владимирович Федюнин. Ну что ж, уважаемые наши гости, несколько слов для всех наших участников. Добрый день, уважаемые односельчане, гости нашего села. Сегодня мы проводим праздник казачьей песни. Для наших гостей небольшая справка про наше село. Значит, село Ивановка основано в 1924 году. На сегодняшний день в Ивановке проживают более 12 тысяч населения. Есть у нас амбулатория, 2 средние общеобразовательные школы, 4 детских садика. Мы рады вас приветствовать на многонациональной гостеприимной земле Ивановской. Хочу вас поблагодарить, что вы собрались здесь именно в Ивановке, принять участие на 4-м фестивале казачьей песни. Пожелать вам всем здоровья, добра, благополучия вам и вашим близким. Казаки, они всегда столетиями служили Отечеству. И в нашем селе есть хуторское казачье общество, которое возглавляет атаман Федюнин Сергей Владимирович. Он занимается патриотизмом нашей молодежи, воспитанием, благотворительной помощью не только в Оренбургской области, но они отправляют гуманитарную помощь нашим братьям-славянам на Украину. Хотелось бы поблагодарить Сергея Владимировича сегодня в этот праздничный день, пожелать ему успехов во всем, благополучия, здравия. И в канун праздника великого Дня Победы хотелось бы вас поздравить, еще раз пожелать вам здоровья, благополучия, счастья. И самое главное, мирного неба нам над головой. Спасибо. Серик Тимирович, я знаю, что вы хотите выполнить одну приятную церемонию. Дорогие друзья, за вклад в развитие российского казачества, патриотическое воспитание подрастающего поколения, пропаганду казачьих традиций, образа жизни и культуры, за активное участие в жизни села и в честь Дня Святого Великомученика Георгия Победоносца, защитника России и небесного покровителя Оренбургского казачества, благодарственным письмом, вернее, администрация муниципального образования Ивановский сельсовет выражает благодарность Сергею Владимировичу Федюнину!
языкам России, казачества и вере православной. Так, Александр Анатольевич, несколько слов для всех участников. Добрый день, уважаемые друзья, гости и все ивановские жители. От имени главы Оренбургского района Василия Николаевича Шмарина разрешите вас поздравить сегодня днем таким казачьим. Буквально вчера мы праздновали святой праздник, День Святого Георгия. Караваном в поселке проходил большой праздник, посвященный этому. Я думаю, что многие помнят и знают такого подвижника казачьей культуры Михаила Голодникова. И вот фестиваль проходил в честь него. И сегодня эти традиции казачьи, конечно, продолжаются. И большое спасибо Сергею Владимировичу и Василию Владимировичу, что он поддержал этот фестиваль, этот праздник. И тоже символично, что мы сегодня встретились в преддверии великого святого праздника Дня Победы. Ведь то, что сегодня происходит на Западе, то, что хотят переписать нашу историю, то, что к власти в европейских странах пришли внуки и правнуки того отребья, которое не добили наши деды и прадеды, мы не должны дать переписать наши традиции, подвиги наших дедов. И сегодня ребята честно защищают наших граждан на границах и на фронте. Я хочу пожелать самое главное присутствующим здесь ветеранам, тружникам тыла, детям войны, здоровья. Спасибо вам за наше мирное небо. С праздником, дорогие друзья! Спасибо большое. Ну и слово нашему атаману. Добрый день, уважаемые участники, гости фестиваля. Поздравляю вас с Днем Оренбургского казачьего войска. Спасибо вам за развитие казачьей культуры в нашем крае. Желаю вашим семьям мира, добра, чтобы казачьи традиции развивались и передавались из поколения в поколение. Ну и я знаю, что вы тоже приготовили заслуженную награду председателю нашего сегодняшнего жюри Анне Владимировне Борщевской. Попросим вас подняться сюда к нам на сцену, Анна Владимировна. В прошлом году мы отмечали 30 лет возрождения Оренбургского казачества. Ну и за значительный вклад за развитие казачьей культуры Анне Владимировне вручается медаль 30 лет рождения Оренбургского казачества. Ну что ж, уважаемые гости, спасибо вам за ваши теплые, добрые слова, пожелания, поздравления. И просим вас занять свои почетные места в зрительном зале.